Здравствуйте, меня зовут Олег, и 3 года назад я уже записывал ролик о себе. Там рассказывал о том, в каком плачевном состоянии я находился, с алкоголик, самоубийца, и человек с полностью разрушенной жизнью, и как моя жизнь начала меняться, когда я уверовал в Иисуса и пришел в церковь. С того момента прошло, напомню, 3 года, и мне бы очень хотелось рассказать, какие изменения произошли, что нового. Может быть, кому-то поможет это послание, кто-то увидит надежду и попробует, как когда-то я попробовал, когда уже нечего терять. Я думаю, стоит попробовать. Может, и все изменится и в твоей жизни. Так, 3 года назад я крестился, и с того момента я прилепился к церкви и начал активно участвовать в жизни церкви. И благодаря вот этой активной жизни, да, что я старался как-то быть полезным, начали открываться дары, таланты, какие-то увлечения в моей жизни. Ну, Бог начал использовать меня. Я стал церковным фотографом, видеооператором, также видеорежиссером. Далее я начал служить в команде прославления. Я стал частью команды очень талантливых людей, которые поют песни, играют музыку. В общем, моя жизнь приобрела такие яркие краски, яркие впечатления, мечты, связанные с этим. Дальше какое-то время я служил, и в моей жизни появилась девушка, особенный подарок, которого я так долго ждал. Через какое-то время после нашей дружбы мы поженились. Весной 18 года мы создали семью. И это, наверное, самое радостное событие, что произошло в моей жизни. Далее Бог устраивает нашу жизнь. Он дал нам жилье, дал работу, дал возможность исправлять ошибки прошлой жизни. Ну, такие как долги и еще что-то. Сейчас, ну, в общем, скажи мне 3 года назад, что со мной такое будет, я бы точно не поверил. Не поверил, что у меня может быть семья, что мне может довериться какой-то человек, что вообще принять меня такого психованного, израненного и ленивого человека. Ну, в общем, жизнь, она наполнена сейчас. Мне очень хочется, чтобы и ваша жизнь изменилась, если вы не знаете, куда идти дальше.
просто попробуйте. Попробуйте обратиться к Господу, к Иисусу с просьбой о помощи. Я верю, и вам Он поможет. Спасибо. А самое главное, я теперь не самоубийца.